Это тыква, это тыква. Эй, класс! Это знаете тыкву на Хэллоуин, которую делают? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, ОлТВ, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем до свидания. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». На карте 5 ночей с пони. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Мы скачали очень классных, страшных аниматроников, которые будут сегодня нас мочить и пугать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, поближе микрофончик, чтобы все было четко слышно, как я буду орать. Он всю уже карту. За правой дверью. Он справа двери. Так, давайте посмотрим, где он. Да-да-да, я его слышу. Все, ой. Нифига себе, это может через двери, что ли, так заглядывать? О, читер, читер. Это нормально, что он так делает? Это ему плохо, наверное. Ребята, аниматронику очень плохо. Ребята, дайте пирожки. А есть пирожки у нас, пацаны? Есть пирожок один. Наш как называется? Он от идеи ему дам пирожка. На, понюхай ступню. Убежал. Так, я успею, если что, закрыть. Смотрим внимательно. Так, открывай там двери. Я слева стою, если что. Да, я справа, если что, стою. Открытие. Как он сюда попал? Вот скажите, как он сюда попал? Уходи. Нифига себе, ребят, вы видели, как аниматроник умеет? Очуметь. Так это неадекватный, что ли, аниматроник? Сквозь полы проходит. Ой, пока. Успел закрыть, молодец. Так. Он идет справа. А, нет, он наш бас. Он нам что-то говорит. Открывай двери там. Закрывай, Дим. А его нету здесь, я успею закрыть. Точно? А если мы умремся? Не, мы не умрем. Мы затащим. Ой. Все нормально. Все хорошо, ребята. Я слышал, он тебя где-то, Дим. Не, нема его здесь. Вот он бежит, и я потеряюсь и закрываю дверь. Кстати, у меня 40% жизни осталось. Эти двери могут убивать. Блин, он неадекватный. Вот это сегодня она попалась. Попался неадекватный аниматроник. Так, он ушел, я открываю. Блин, еще звук такой, да? Слышите электричество? А! А как он нас убил? Я даже не успел ничего понять, как это произошло. Так, быстрее, быстрее в офис. Как он нас убил? Я вообще не понял. Закрыл справа. Да не, он не с правой слева? Стороны вроде убил, а с левой. Нет, слева никого не было. Вон кексик, он кексик, он кексик. А, кексик не убивает, пацаны. Или он убивает? Убивает, закрывает тогда. Правда, не убивает. Убивает, это что, правда? Вот он идет, все нормально, пацаны, я успею. Закрывай. Да, закрыл, закрыл я. Тут какие-то кнопки с опозданием закрываются, блин. Это я открыл случайно. Он нас обманывает, он хочет войти. Так, вроде нет, его он ушел. Да. А вот он стоит, и я успел закрыть опять. А я ж могу еще свет включать там. Слепить его свет. Могу. Ему, чтобы ходить, ему прыгать Чил. Надо. Здесь тоже свет работает? Да. Ага. Так, все, открываем. Да, закрываем, блин. Жесть, ребята, он стоит здесь, прямо возле двери. Не хочет уходить. Слышь, он ты. Он уходит, он ушел. Так, хорошо, все, открываем. Да, внимательно смотреть. Что? Прям боюсь выглядывать, ребята. Знаю, что он может в любой момент настичь нас и испугать. А ну я на свет нажимаю, дверь закрывается. Странно, да? Это электрики напутали что-то. А могут аниматроники нам электричество? Да, все нормально, я успеваю, пацаны. А так. Если он войдет? Дверь открыта, открыта. Не, он не успеет зайти. Уверен? Да, на 100%. А если его старший брат придет? А он задрал. Ой, зашел. Да ну блин, его ж не было там. А я выйду, пацан, он нас не убьет. Смотри, какие зубы. А, не, все, 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 он не убьет нас. Давайте его рассмотрим. Вот это да, он стрёмный. Фотографировал, да, его? Да, на память. На обложку журнала. Все, он уходит. Видите, я сказал, что он не убивает. А вы испугались его. Это добрый аниматроник. Ой, что это? Открываем дверь. Это он вам спасибо говорит. А, это еще аниматроник умеет говорить спасибо. Это что-то, ребята, новенькое у нас. Слышите?
Он слева. Еще б чуть-чуть бы и успел. Но он может обмануть, пацаны, будьте внимательны. Он дверь нам портит. У нас, ребята, сегодня такие главные правила, что одна дверь всегда должна быть открыта. Смотрите, он дверь нам шкарябает. Эй, не ломай двери нам. Это арендованный. Все, он ушел. Уходи. И что, успеваем? Ой! Еще б чуть-чуть, да? И зашел бы. Да, еще чуть-чуть, но я успел. Ай, блин. Все, он уполз. Видите, как ползет? Это он ходит. Он, так сказать, не ходит, а ползает, лазит. Я, если что, успею закрыть, не бойтесь. Я тоже, если что, успею закрыть. Вот он идет. Я успеваю. Я закрыл, все. Молодец. Он тут шкаревает нам двери. Смотрите, как он хочет зайти к нам. Ребята, мы сегодня очень хорошо играем, поэтому он не сможет к нам никак попасть, потому что мы лучшие охранники во всем белом свете. О, идет, он слева. Вон он, смотрите. Да, я вижу. Блин, они так классно разговаривают, прям вообще. Ребята, ролик точно заслуживает вашего лайкосика и классного комментария. Ой, закрывай! Ё-моё, это было очень стрёмно. Вот это у него челюха, смотрите. Как мы его хотим отогнать. О, включай освещение там. Лампочку нажми. Все, мы его слепим, видите? Ему не нравится этот свет. Все, все, он отступает, пацаны. Отлично. Все, открывай двери. Энергию не сажай. Да, да, да. Да ну, зачем ты? Я смотрел с этой стороны, если что, я успеваю закрыть. Так. Ой. Все слушают внимательно, интересно. Может он нас еще раз убить или нет? Мне кажется, не сможет. Давай. Фух, блин, это было на соплях. Я испугался. Я тоже испугался. Пока мисс у нас не может обмануть, ребята, мы одни из лучших. Да, мы лучшие работники года. Да, я знаю, вот он идет, и я успеваю закрыть. Есть, прям перед носом закрыл. Аниматор. Это он двери ломает нам, слышите? Двери не ломай нам. Не ломай, мам, я прям слышу, как он бьет по дверям. Ну все, как утро настанет, мы разбегаем. Плохо, что нельзя там включить свет с той стороны. Он, пацаны, ушел. Эх, я не успел увидеть. Да он сильно тихо себя вел. Блин, видите, я не ожидал такого. Вот это хитрый. А я сказал, что будет нас обмануть. Пацаны, впустите меня, пожалуйста. Я боюсь его. Заходи, заходи, заходи. О, блин, я там даже боюсь секунды находить. А кто-то ржет на всю карту. Вон он стоит, смотрите. Уходи. Мы тебя не звали. Это наш. Он справа, он справа. Я успею закрыть. А что он говорит? Что-то про энергию. Что-то про дверь и про свет. Кто-то ослепить его. Он говорит, что, ребята, вы не успеете закрыть двери и включить свет, я всех замочу. О, я понял, он света боится, походу. О, значит, надо ослепить. Да. Ой. Молодец, что ты закрыл. Блин, я аж дернулся. Он смеется с нас. О. Блин, прикольный монстр. Ходи. Все, уходит, пацаны. Он справа. Я здесь, если что, стою. Я успею закрыть. Да ты успел один раз уже. Так не, он обманул меня, понимаете? Это хитрый очень аниматроник. О, и умный причем. Я могу тут двери закрыть? Ой, Дима, куда ты вышел? Я хотел двери закрыть, еще дверь есть, но она не рабочая у нас. Ее заклинило. Да. Аниматроники сломали специально. Да, да, да. Он невидимый. Да? Ты знаешь. Да, вон фонариком видно. Его тень. Ах ты чилить. Подсвечу его, чтобы мы видели. И говори инфу, да. А я вижу, вот ты светишь, и я вижу, тень от него падает. Вон, бежит, быстрей! Нет, а не успел! Все, мы вышли, мы вышли! А, он не убивает нас. А что нас не убил? Он морковки на походу хочет. Ребята, напишите в комментариях, как зовут этого аниматроника. Сыграем еще раз. Все, он ушел. Все, играй сам, мы не хотим с тобой играть, ты очень злой. Пацан, он зашел за угол, я видел, как он там зашел за диван и стоит там. Какой хитрый жук. Ого, он злой. Накричал на меня, что что-то ему не понравилось, пацаны. Да все у нас нормально тут, а. Че ему не нравится-то? Там аниматроник черный, здоровый появился. Где? Сейчас увидим мы его. Ты закрыл двери? Да, он слева. Его на камере. Это хэллоуинский аниматроник. Я вижу, он, смотри, как он светится, Бонни. У него красные глаза. А, это Джек Бонни. Это Джека Бонни.
А Хэллоуин еще не скоро, уходи. Через дверь проходит. О, видишь, фонарика боится, светите ему в глаза. Я свечу, я свечу. Во-во-во, слепим его, да не меня аж бей. Я свет включил. Не нравится ему, пацаны. Все, он ушел, давайте с этой стороны смотреть. Как он кричит. Так, никого нету здесь. Ой, это он звуки издает, он нас хочет напугать. Слышите, где-то он ходит? А ну, по он карте, где он там? У тебя? Он к тебе идет. Да, я успею, он... я успею. Он или стоит на камере, я его на камере вижу. Да, вон он. Он у столика. Вон он стоит вдалеке, смотрите, на меня смотрит. И показывает на меня пальцем. Это жесть. А куда он делся? Он поломался. Он исчез. Нет, там тыква появилась. Нет, голова катится, голова. А! Тыква. Ой. А что эта голова делает? Я не знаю, что тут головы катаются. Это тыква. Эй, класс! Это знаете тыква на Хэллоуин, которую делают? А! Она что, убивает? А за что? Эй, передурок! Закрывай! Фух, слава богу. С той стороны. Вот он пришел. Вот он показывает опять пальцем на нас, через дверь. Свети на него. Он за дверью стоит. Да, я слышу его. Что он там делает? Мне интересно даже. Опять пальцем пока. Ты слышь, засунь свою руку. Бей по рукам. Так, я не могу там камеру опять включить, да? Опять тыква катится. А где она катится? Я не знаю, слева или у тебя. Я держу здесь взгляд на аниматроника. Ой! Снимай его? Опять, смотрите. Слышь, ты заныкай свою руку вонючую. Бей, отави его. Ого, его колбасит там. Но показывают на тебя, че на меня показывают. Блин, я боюсь, когда на меня пальцем показывают. У меня такое ощущение, что он хочет нас убить. Так, давайте отключим здесь свет. Опять тыква катится. Я успею. Нет, это не тыква, это кошмар, это бомбой. Ой, бомбой точно. А где он? Так, давайте здесь еще раз посмотрим. Точно никого нету? А, вот он. Он у тебя, ЛТБ. Ой, привет. Все, закрыл? Молодец, что успел. Маленький. А, вот мы смотрим, да. Убегает. Он так прикольно ходит, как челепиздрик какой-то. Так, он в туалет пошел. А. Его пришибло. Аниматроники ходят в туалет? Напишите в комментариях, ходят аниматроники в туалет или нет. Вот это мне интересно будет почитать. Я на самом деле не знаю, ходят они в туалет. Нет, конечно. Нет? А может они масло сливают там? Нет. Закрывай. Нет такого у них? Он, смотри, как он веселится там, бегает. Ага. Маленький. А, он приколист. А может не убьет он нас? Давайте впустим его. Давай, впускай его. Не надо. Сюда. Да не, ничего нам не сделает. А, он просто по кругу ходит. Как будто его завели. Прикольный челепиздрик. Ему так весело. Ой. Он идет к нам. Все, пусть заходит. Так. Привет. Может, он мимо пройдет? Все, он сел с нами. Это добрый. Так у него зубы в два ряда. Это как-то очень странно смотрится. Вот шарик нам. И немножко стрёмно, ребята. Иди с шариком гуляй, иди. Маленький ты наш. Иди. О, все. Прикольно. Ой, он мяч. Он что, его этот съел, что ли? Да. Нифига себе. Так, где он там? А ну, смотрим. А ну, включи главный зал. Давайте мы стул уберем, она мешает. Никого ой. Нету. Ой-ой-ой! Блин, вовремя ты закрыл, еще б чуть-чуть. Это манга кошмарная. Да. Она света боится. Слепи ее. Все, ушла. Я успею, если что, здесь закрыть. Вон она, я ее вижу. Привет. Ну-ка, смотрим. Все, убежала. Опять в туалет. Да они задрали, что они в туалет ходят постоянно? Да приспичило, видно. Тухлыми пирожками накормили аниматроников, они теперь ходят. Как она зашла сюда? Она быстро. Ты ее сколбаснула. Она быстро. А что она дрожит? Может, она боится нас? А ей нет. Холодно, наверное. Ух, холодно. Улетел. Я думал, она замочит. Все хорошо. Ой. Опять ты чего? Ой. Нет, она меня не убьет. Идем быстрее, давай. Нет! Блин. Надо было на улицу. Кстати, здесь на этой карте есть улица. Можно было бы на улицу даже убежать. Ой. О, как ты залез? Что? Пацаны, пожалуйста, впустите меня. Я боюсь здесь находиться.
Она как-то... Ой, что? Да опять она здесь. Ты чё тут ходишь? Иди отсюда. Так, это смотрим. Она, всё спокойно. Она опять тут. Ой. А чё она ныряет так? Как бассейн какой-то. Ой. Ещё так она выныряет, с этих она крутится прикольно. А, всё, исчезла. А, всё. Привет. А чё ты на меня пальцем показываешь? Он показывает, что ты умрёшь. Следующий. Она упала. Дима, она упала. А куда тыкву упала-то? А, тыква, это тыква. Она в тыкву превратилась. Она... Не открывайте дверь, она не, там. Не буду, тыква убивает. Хватит правую дверь, она дверь открытую. Нет, она тут. Она тут прыгает. Иди отсюда. Это что, он хочет зайти к нам? Она хочет зайти к нам. Смотрите, опять показывает. На меня пальцем. Нет, иди не на меня. Она опять в тыкву. А, нет. Иди, нет. Иди давай, иди отсюда. Я даже посвечу на тебя. Иди отсюда. Иди. Все. Все, в тыкву превратилась. Все, ушел. Покатилась, все, катится. Я смотрю, ребята. Зачем уже я все смотрю. Ой. И чекаю. А, я живой, да ладно, красота. Да меня не достало. Я буду бить его по зубам. Ушел. Мы ему все зубы отобьем. Да что они там делают, ныряют что ли? Ой. Что? Да ё-моё, его испугался. Он слева. Открывай двери. Он уже там? Он был только что тут. Я открыл дверь. Ладно, значит, я открываю, иначе его здесь нету. Он слева. Как он так быстро перемещается? Ничего не понимаю. А, быстрей! Там открывай. Блин, ребята, вот это он хочет нас напугать. Дим, обмануть хочет. Все нормально, пацаны. Он нас не убьет. Дим, ведь до драмы ту пиццу съели. Нас глючит, пацаны. А, кексик опять. А то ё-моё, что ты заладил здесь ходить? Не бей его, не надо. Он а не, он нам ничего вроде не сделает. О, все. Это наш талисман. Давайте сфоткай, я даже сфоткаю его на память. Давай. Давай, Дим, подойди рядом. На память. Давай. О, фотка с кексиком. Все, он уходит, пацаны. Все, давай, он пока. Тебе, он тебе нос хотел откусить. Я не разрешаю нос кусать. Пока, поэтому пока. Уходи отсюда, щенок. Так, давайте посмотрим. Все, он ускакал. Ой. Слышите этот звук? Да, да. Как будто кто-то стреляет. Что это за звуки такие? Что? Я никого не вижу, но я слышу. Ой. Блин, я дернулся. Опять бьет по двери, смотрите, что он делает. Как же он хочет к нам зайти? А мы очень хорошо играем, он не может там никак попасть сюда. Офис наш. Блин, очень стрёмно разговаривает. И опять бьет по дверям. Очень прочные двери. Двери из титана. Какие шкафы здесь подёртые? Будто кто-то в нем ныкался и двери выгнули, смотрите. Штрап, закрывай. Штрап. Где? У тебя там, он тут за печкой прячется. Ой, вон там он. Мячик. Он сел, смотри, сел. Я вижу, побежал. А пусть к нам заходит? Не, не сможет зайти, мы его не пустим. Или пусть заходит. Пусть заходит, он добрый воин. А, ну давай, заходи. Телепиздрик, ты где? Я думаю, нас о, умеет. Пришел. О, держи мячик. Иди гуляй. Зачем ты стрельнул по нему? Ой. Он разозлился. Ой, на нас за это. Ой. Не злись. Это будет хорошо. Гуляет мячиком. Маленький. С мячиком. Не знаю, что им делать. Это обзывается на мяч. Ой, он съел его. Так, хорошо. Я смотрю. Ой. Идет. Ой, опять она. Да что ж они заладили здесь? И опять пальцем показывает. Да ну ё-моё. Тыква покатилась. Уйди своим пальцем. А где тыква? Она укатилась. Никого нету. Я слышу, тыква где-то катается. Что? Вон тыква под столом сидит, я вижу. Катится сюда, я успеваю. Тыква справа. Она звук, кстати, издает, когда катается. Вот она стоит возле окна. Где? А вот, смотрите.
А, во, привет! Как дела? Это мяч для боулинга. Это точно. Ой. Ой-ой-ой. И опять показывает пальцем на нас. Уйди. Так, пацаны, я сейчас вернусь. Не надо, Дим, ты умрешь. Я не умру. Ой, тыква. Ой, тыква, привет. Мячик для боулинга. Все отлично. Пацаны, я в туалет. Хорошо, все хорошо, отлично. Да, видно, пицца там была очень сильно просрочена. Потом я слышу, он идет. Она идет. Ой. Меня спалили и показывают на меня пальцем. А, тыква здесь. Им давай к нам в офис быстрее. Все, я сейчас иду. Пацаны, я сейчас зачищу эту карту. Не надо. Да надо убить всех. Все, ребята, мы зачистили всю карту от аниматроников. Так что ночь пройдена. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Уничтожаем еще раз все. Давай на бомбу, показывай, какую бомбу взорвать. Все, всем пока.